командная игра, ну, с небольшим территориальным преимуществом Динамо Ставрополя, но по моментам примерно равные были моменты забить острые у Ставрополя, и у Мушука были моменты за счет индивидуальных действий опытных игроков. Ну, так в середине много борьбы, потому что, опять же говорю, вроде как дерби, да, команда с одного края, недалеко в таблице находится, поэтому много борьбы. Пуля тоже до конца немножко не позволила такую же какую-то комбинационную игру. Поэтому, ну, соответственно, считаю, закономерные результаты. Ну, повторюсь, забить могли и те, и те. Ну, все выкладывались, все старались, поэтому. В принципе, все, весь комментарий. По игре соперник чем удивил вас? Соперник? Да ничем не удивил. Сейчас уже трудно чем-то удивить. Соперник же, скажем так, маршрут Пятигорская. Не Бавария, чем он может удивить. Я думаю, ни мы соперника, ни соперник нас ничем не удивил. Тем более игроки все знакомые, которые играют в Машуке, в Ставрополе. Много опытных. И там же. Все ожидаемо.